Земельному участку в юго-западной части Азова присвоен адрес улица Гагарина, 32. Пока здесь можно увидеть только ровное поле и работающую технику. Но через 2 года на этом месте появится красивое трехэтажное здание, в котором будет располагаться школа для учеников из поселков Авиаторов, Ясный, Солнечный, Мичуринец 3. Аукцион на выполнение работ выиграла компания из Ростовской области, а проект новой школы разработала местная организация «Жилстройпроект». По словам заведующего сектором капитального и текущего ремонта управления образования Алексея Орлова, проектировщики подошли к делу с учетом исторического значения города. Азовские проектировщики подошли творчески, скажем так, с пониманием, что все-таки это родной город, и школы не так часто строятся. И школа действительно будет жемчужиной, скажем так, в городе Азове. Я таких проектов давно не видел. Украшением здания станут также необычные часы, дополнительные архитектурные элементы, интересная кирпичная кладка. Работы на объекте начались 12 января. Дата окончания строительства – 30 июня следующего года. Татьяна Иващенко, Юрий Бабенко, Азов.Инфо.